нас сегодня в гостях губернатор мужской области Александр Козлов. Все проснулись? Да. Не, нормально. При вашем ритме, да, таком сумасшедшем рабочем, все-таки читаете СМИ, да, читаете мужскую правду. Кстати, другие СМИ, вот газеты, сайты. Вот. Скажите, пожалуйста, вот на ваш взгляд, вот такие картины, которые показывают СМИ, а мужские, да, сайты, газеты, а насколько она объективна тому, что происходит в области сегодня? Нет ли там перекоса, вот там, не знаю, в негатив или чересчур, что кажется радужным нашим журналистам? Как вот вы считаете? В принципе, показывается объективно. Не все, наверное, потому что эфирного времени не хватит. Но все-таки хотелось бы, конечно, чтобы акценты были поставлены на вот решение, которое касается, в первую очередь, человека. Газеты в большей степени получается читать, когда нахожусь в поездках в районе. Потому что я получаю... Вот простой пример в Магдагачах. Когда, помните, ситуация разворачивалась в 2015 году, когда детям-сиротам купили квартиру, и она оказалась по завышенной цене, мы разбирались. Газета магдагачинская мне помогла. Я просто взял местную газету, прочитал, сколько стоит квартира, и понял о том, что... Сразу понял, говорю, дайте газету. Тогда еще бывшему главе района, говорю, почему не учли вот эту ситуацию? Просто даже вот ради интереса. И у многих глав подписки есть, лежат местные газеты, и я всегда, когда нахожусь в командировке, я говорю, ну-ка дайте местную прессу. Пробегаюсь глазами, потому что это тоже очень важно, как индикатор некоторых вещей. А как вы думаете, после того, как проект «Сила Сибири» будет реализован после ввода в эксплуатацию Амурского газоперерабатывающего завода, строительство космодрома, влияют ли эти изменения на территории Амурской области, возможно, на привлекут ли они новые компании в регион? Конечно, мы этого ждем, и мы уверены в том, что это состоится уже скоро. Я сам в коллективе работал, когда в Амурском угле. Очень было приятно, когда откроешь лист в интернете или в газете статью, когда о коллективе, о каком-то нашем работнике мы переживали. К сожалению, сегодня почему-то, по каким-то причинам, ну, это считается, ну, как-то, кому это интересно там? Да это интересно коллективу. Вот я в угле работал, у нас работало 1100 человек на одном предприятии. Мы прочитали статью про нас, все 1100, нам интересно, нам полезно. Кто-то работает в железной дороге, кто-то там, я не знаю, в сети заправочных станций. Это каждый человек хочет видеть себя и о себе знать. У кого-то, может быть, я вот со своей бабушкой общаюсь, у нее есть вырезки из газет старых времен, когда вот там наградили, там упомянули. То есть ей приятно было там, я знаю, она сохраняла газеты, связанные с упоминанием обо мне. И я хотел бы обратиться к тем людям, которые сегодня делают телевизор, делают газету. Пожалуйста, помните об этом, потому что хороший журналист на селе, у людей, это же целое доверие к информации. А сегодня там отрезали голову или еще что-то, это становится, да, понятно, гонка за чем-то. Но уважение к профессии, это вы знаете, как врач, если будет гнаться там за деньгами, вы это ощутите очень сильно, и я не уверен, что безболезненно. Если милиционер будет гнаться за деньгами, там, условно, пожарные, да, там, не заплатили, они не поехали, да, вы сгорели. То есть, ну, представьте, то же самое, вы ничем не отличаетесь. То есть, это, об этом надо помнить всегда. Смотрите, простой пример, да, возьмем. Без Паяров. Красноордовка, Щадрина, Чесноков. То есть, они же заезжают через какую-то часть Паярков, правильно? Соответственно, нужно определить, глава района должен определить, он в Паярково дает или вот в эти села. Мы, допустим, его здесь поможем ему обеспечить логистику, а здесь уже он должен это решение принять, потому что ему он ближе, ему виднее, и он понимает, автобус отсюда идет, то есть и больница, где у него, в какой части Паяркова находится, или там детский садик, или еще что-то, в рамках тех доведенных лимитов, которые у него есть. Они там возле своего дома сделали для того, чтобы получить удовольствие. Мы много встреч проводим, много решений подготовительных, которые потом выражены уже в реализации, может быть, даже не через полгода, через год, через два. Но для того, чтобы это состоялось, нужно готовиться, нужно перелопатить много документов, подготовить их, оценить, не ошибиться. Есть ли обратная связь на положительное решение? Она есть. Но зачастую в средствах массовой информации или обращения мы не видим те решенные вопросы. У человека решился вопрос, у него все хорошо, у него отлегло. Вот мы с дольщиками сейчас работаем, да? На Октябрьский дом сдали. Еще 10 домов в течение 2017 года. Мы этих людей не видим, у них все хорошо, они делают ремонт, они переезжают, они решают свои семейные вопросы. Кто-то женится, кто-то рожает детей для того, чтобы у них повыдло жилье. Но есть люди, которые остались с этой проблемой, мы видим их.
И вот у нас, к сожалению, иногда есть такое понятие, когда все хорошо, все уходит в сторону, а мы остаемся именно с теми, у кого есть проблемы. Я всегда обращаюсь к тем людям, у кого сегодня хорошо и кому решили. Вы всегда помните об этом. Помните об этом. И то, что сегодня хорошо, это в том числе наш общий с вами труд. Ваш Инстаграм, который вот все больше и больше набирает количество подписчиков. Смелое решение завести, да, этот аккаунт, потому что, ну, это реальная связь с людьми. Да? Скажите, все-таки, при том огромном количестве пользователей, комментариев, да, вот работы, вот, все-таки какие у нас главные проблемы в области? Да, вот? Людей волнует простое, самое обычное, когда он возвращается домой, он идет по тем дорогам, он едет теми маршрутами, он видит то освещение улиц, он видит работу управляющей компании в своем подъезде. Да? Угу. То есть и утром проснулся, видит, есть ли у него горячая, холодная вода и отопление дома. И поставит ему укол, если он заболеет. Вот эти насущные проблемы, конечно, они возникают. Я воспринимаю больше как плюс. Объясню почему. Потому что все-таки, ну, вот регламенты, которые сегодня связаны с общением, с приемом граждан, 30 дней, понятно, для чего они сделаны. Надо разобраться с вопросом. Не всегда быстро это получается. Много служб задействовано. Но сегодня я через сеть Инстаграм, через прямые обращения людей понимаю точки, именно конфликтные, где сегодня это происходит. И с привязкой, потому что область большая, муниципалитету. И самое главное, есть быстрая возможность связаться с человеком моментально, потому что социальные сети, они все-таки диктуют условия мобильности работы. Блогерство не будет заканчиваться на этом, что сегодня, видя о том, какие вопросы возникают, комментарии идут, и вот эта возможность Инстаграма, это все-таки доступность к власти, оперативность, мы будем открывать сегодня в страничку в Фейсбуке, в Одноклассниках, ВКонтакте, ну, не лично от меня, а уже, скажем так, от правительства, для того, чтобы мои коллеги, министры и зампреды могли оперативно работать с вопросами, которые задают наше население. Я обращаюсь к нашим жителям, к амурчанам. Пожалуйста, не молчите, говорите об этом. Мы готовы, где-то системный сбой, значит, будем поправлять. Локально будем, значит, поправлять людей. Потому что я все-таки поддержу слова прокурора области Руслана Федоровича Медведева о том, что, ну, уважаемые товарищи, если обращайтесь, меньше анонима. Если вы реально хотите решить вопрос, не вопрос, пишите контакт, адрес, конкретика. Все, поверьте мне, мы сегодня внимание служб и ведомств заостряем на то, что оперативно отрабатывать ту информацию, которую вы... Потому что мы хотим вместе решать эти вопросы. Я удивлен был, что больше 4000 человек. Да, очень много. Я думаю, эту ситуацию. Понятно, там разные комментарии были, там, больше работать, чем писать, но мы параллельно и работаем, просто не обо всем пишут, и не все совещания, все результаты работы информируются, потому что иногда для того, чтобы что-то получилось через год, нужно делать сегодня, подготовку. А когда смотришь на экран, да, то есть на любых, то есть, чиновников, да, то есть ниже уровня, все равно формируется мнение, что они тут эти, не то, что повыше, да, то есть, ну, есть какая-то там субординация, да, то есть. И телефон, и интернет, и прямое общение, но лишним не бывает. И сегодня мне понравилось о том, что, вот, условно, молодой человек, который сегодня был на встрече, предприниматель, он поднял вопрос очень важный. И этот вопрос войдет в одну из оперативов, которая будет проведена на уровне губернатора, потому что он позволит сэкономить нам государственные деньги и определенные службы заставить мыслить немножко так более государственнее, чем они сегодня мыслят. А девушка, которая сегодня присутствовала на встрече, то есть еще раз подтвердилось, мы с ней обсуждали одного из руководителей, я объяснил, почему он такой суровый и справедливый, ну, как бы, то есть это нужно, я за это, я думаю, мы даже просто знакомимся, и иногда, получая информацию друг от друга, подтверждаемся еще раз в том, о чем мы думали, либо меняем свое мнение. Вот я сегодня получил полезную информацию, которой я обязательно воспользуюсь и дальше, в последующей работе, и одному из руководителей посоветую больше улыбаться.